Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами. Джон Байам Листон Шоу. Книжный иллюстратор, дизайнер и преподаватель. Родился 13 ноября 1972 года в семье судейского чиновника в Мадрасе. Тогда это была Британская Индия. Происходил из старого шотландского рода. Скоро семья вернулась в Англию в 1878 году и поселилась в лондонском районе Кенсингтоне. Интересоваться художественным творчеством еще начал в юности. В 1887 одна из работ Шоу была представлена Джону Эверту Милли. Мастер рекомендовал 15-летнему юноше поступить для изучения живописи в школу искусств Святого Иоанна. Здесь его друзьями становится художник Джеральд Маткельф, а также Рекс Коул. В школе Шоу знакомится со своей будущей супругой Эвелин Пайк Нот. В 1890-м поступает в Королевскую академию художеств. Академия вручает ему в 1892 году престижную премию за полотно «Суд Соломона». В течение своей художественной карьеры Шоу работает над как масляными красками, так и акварелью, пастелью, создает произведения, графики, овладевает техникой золочения. Я пользуюсь переводной Википедией. Творчество его испытывало сильное влияние прерафаэлитов, в частности Россетти. Графические и акварельные работы Шоу неоднократно выставлялись в галерее Даутсуил. Только в период с 1896 по 1916 год здесь состоялось 5 его персональных выставок. Как иллюстратор литературы он оформлял произведения Броунинга, Шекспира, Боккаччо, Хаггарта, Эдгара По. Важной вехой в жизни Шоу было, конечно, преподавание. В 1904 году он работает на женском отделении Лондонского королевского колледжа, а в 1910 совместно с Рексом Коулом открывает школу искусств Байама Шоу и Викет Коула. В ней Шоу ведет класс портретной миниатюры. Здесь преподавала давняя знакомая художника Элеонор Фортескью Брикдей. Я делал маленькую сюжетика об этой художнице. В 1904 году, как театральный художник, был создателем костюмов для спектакля Герберта Бирбома. Ассистировал Эдвину Остину Эбби в декорировании одного из коридоров в Вестминстерском дворце. В годы Первой мировой войны художник создает многочисленные графические миниатюры и карикатуры, публикуемые в различных газетах. Скончался после окончания войны во время эпидемии гриппа в Лондоне в возрасте 46 лет 26 января 1919 года. Все, пока-пока, всем привет. Сегодня мы познакомились немножко с работами Джон Байам Листон Шоу. Это книжный иллюстратор, дизайнер и преподаватель. Пока-пока, до свидания. Thank you.